Алло, да. Здравствуй, Влад, Ржавитый 13-й, и ни хрена не работай. Продолжаем играть в мод для Half 2, эпизод 2, 1187, эпизод 1, 3687. Грузится все. Так, все грузится, нормально работает. Да. И это хорошо. Да. Так, на чем остановились? На том, что опять баг с оружием. Ну, как лечить, я знаю. Хотя иногда он как-то странно работает. Так, пистолет починили. Револьвер починили. Монтировку починили. Нож починили. Это тоже починили. 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 Странный баг, который надо постоянно вот так делать. Все. На самом деле, до хера оружие, просто до хренища. Я просто мастер в свои руки. Ну что ж, сохраняемся. И пошли покорять Курыкины горы. Откуда я вообще пришел? Пойди оттуда. Окей, чё тут у нас? Ууу, куда мы пришли, куда подземку. Он тебе сказал, что типа, вот типа ловушка. Да, тут слишком много зомби. Тупые подлаги. Ну, стреляй ты на здоровье, я так пройду. Ну тут все в зомбах. Зомби апокалипсис. Но мы можем разобраться по-другому. Вот так. Благо, они обычные. Просто тут до хрена. Реально тут слишком до хрена зомби. Так, сори. Эти пока там дойдут, тысячу лет пройдет. Отойди, дурачок. Он сейчас сдохнет. Тебе норм? А, ну он бессмертный, ну ладно. Окей. О боже, ни хрена не вижу. Их хит крабы. Их хрень. И еще тут куча зомбов пришло, блин, с той стороны. Иди отсюда. Экономим патроны. Так они тут очень важны. Опять с перезарядкой застрял. Их, блин, гранату бы сейчас сюда, было бы вообще нормально. Но их вообще нету что-то. В этом моде. Жесткая передряжка. О боже. Я думал, что у меня что-то лагает, а это по факту глюк. В программе, с которой я смотрю. Как будто она лагает. Ну, сейчас подлагнул, естественно. Ну, естественно. Все. Все очень жестко. Можно, конечно, камеру подвинуть в другое место. Так, нормально отодвинул. И так будет получше, я думаю. Ну, давайте все уроды идут сюда. Давайте заберем быстрее с этими. Пока их мало. Пока те не пришли, а то будет жесть. Ладно, думаю, комментировать тут нечего, просто мочим. Help me, блин, никто тебе не поможет. А вот следующая партия идет. Сохраняемся. И пошли, поехали. Thank you.
Благо он бессмертный. Это было бы жестче. Пусть отвлекает всех зомби. Да и фонарь бесконечный, тоже хорошо. Метрополитен, блин. Зомбов каких. Тупой хе краб ты не отвлек меня сильно. Еще и в поезде они, блин. Что еще за жесть? О боже. Пиздец, крабный хрен, блин. Монстров тут просто очень-очень много.
столько можно, сколько возможно. Вообще. Пошли. Ух, какая-то станция, блин. Oh no, we're here. Oh, I heard about what happened to this place. I knew we had to pass through here, but I was hoping we could just walk through the tunnels. It seems we have no choice but going topside into Old Town. Что-то понял, что-то непонятно. Раком Сити. Корпорация Umbrella, вот смешно. Цепеска. О! Понятно. Кормим очистить эту зону от этих зомби, это просто жесть какая-то. Перезарядись, ты уже достал. ISO Chronicles. Well, this way is blocked off. Заперто еще как. Oh man, this is really sad. I feel so sorry for her. Hey look, it seems she kept a journal of some sort. Well, let's check it out. Проверяй, проверяй. Wow, it's touching stuff, man. Дневники. Ну ладно, дневники так дневники, пригодится может быть.
Oh wow. Look at that. Man, this is really creeping me out. This stuff is definitely not from this world. I bet a scientist would have a field day trying to study all this stuff. Now, it looks like it took out a portion of the power grid. Well, let's see if we can find a way out. Слишком много ты болтаешь. Да, это закрыто тоже. Это и так. Это из параллельного мира уже. Сюда лезут. Всяких дичь. Hey, this must be that keypad she was talking about in the letters. I could see a terminal in there. I think if we were able to open this door, I'd be able to hack into it and see if there's enough power to open up the gates. Да, может откроешь ворота. Wasn't there something in her journal about leaving a note with the code on it somewhere? We should try to find it. Сначала тут посмотрим, что происходит, потом туда пойдем. Тут все заросло некой растительности. Кот! Понятно, значит, порой еще. Gonna stand there and just type numbers in that keypad. Let's go actually try to find the number. Я помню, тупил тут долго. Та же самая растительность. Так, полноценно прошу проникнуть, тут немного меня отвлекали. Соответственно, могу громче говорить, потому что иначе невозможно было. Короче, тут прикол в том, что я, блин, не знаю... О! О, чё нашёл. Ну, это секрет, как я понимаю. Ладно. Короче, мне надо найти код, чтобы выбраться из этого метрополитена. Мы убили до хера тут зомби, и просто до хера всего мы тут уничтожили. Так они тут все просто мне... Мешали, не знаю как. Потратив кучу попыток, больше 20 минут, чтобы это все расчистить. Ну такая жесть. Теперь надо понять, откуда доходит, где этот код находится. Где, сука, он находится, и как выяснить, мне кажется, надо прочитать то заклинание. Точнее, не заклинание, а те письма. Я не помню, как я проходил это в пират, когда давно-давно проходил этот мод. Не на записи, очень давно. Как я это решил. Я реально не помню, как я это сделал. Сказал бы, где кот, а? Тут у тебя вообще никакой проку, ты у тебя глюк какой-то с этим дробовиком, что ты не можешь перезарядиться. Жесть какая-то. Просто. Не помню, в прошлый раз я смотрел прохождение, чтобы понять, куда идти. Точнее, где найти ку... О! Я думаю, он работает. Не. Это просто декорация. Слишком огромная локация. Где найти код? Вообще непонятно. Это вообще не ломается. Сука, заперли правильно, как в бочонке. Но неужели вот это надо изучать? Понять, что делать. Код находится в этой записке в виде головоломки. Не может быть такое. Хотя, может быть. Если бы я не хорошо понимал. Июнь 26-й. Я бы нашел это мое имя. Если кто-то нашел, это мое имя Эйс Эш Эш. Это Натана. Здесь пустой мир. Потерянный, порабощенный, упавший мир. Вчера было лучшие времена. Я видел, как это все происходило. И это все было из моих глаз. Вот этот мир настолько сильно упал, что он очень сильно изменился, и большой мир для меня стал просто разрушаться, и небо крошится на мелкие кусочки. Столько жестко и страшно эти существа,
Они были везде, они начали захватывать всю эту планету. Как еще, как мне, кто мог мне поддержать мне в этом жизни, как мне жить? Почему это случилось? Первое, я потерял моего парня, хозяина парня, и он сейчас это. То есть сначала она потеряла парня, а теперь, кстати, вот она получается, Эйс. Реально Эйс, да, ее зовут? Эйс, да. Эш. Ладно. И тут третье. Я думал, что в безопасности некоторое время под этой станцией. И пока могу тут находиться. Это очень тупо. Не разговариваю. Тупо в этих туннелях. Я дурочки. Я пишу это, пока я могу слышать, что происходит снаружи. Звуки и хождение тех, кто ищет меня. И других выживших. Я заперла, она закрыла все двери, чтобы ко мне никто не мог добраться. Я нахожусь в этой комнате. А нет, с маленьким количеством еды и воды. И вообще воды и еды нету. Я стою здесь, и Бог мой хранит, что все будет хорошо. Может быть, меня найдут через какое-то время. Ну, что-то я могу понимать, что написано. Идет 6 июля. Я очень голодна и истощена. Мне нужна еда. Я открою двери, но надеюсь, эти двух существ меня не смогут догнать снаружи. Это место, вероятно, мой конец. Я не могу выйти отсюда нормально из туннеля. Я не смогу отсюда бежать. Это худшая часть. Я потеряла мой блокнот. С кодом. А, она получается сдохла от города, от голода. Все, я понял прикол. Потерял мой блокнот с кодом от выхода, чтобы мы все выбраться. Я такая тупая, я ужасно тупая. Я не смогу открыть эту комнату, и похоже, я тут умру, оставшись в этих дверях. Я оставил этот мир. Я не хотел это. Я ненавижу это место. Я ненавижу всю жизнь. Я не хочу умереть здесь так легко. О! Как я это не заметил? То есть она... Не допись... Вот она. Вот, сука, вот разгадка. Вот... Хоть я английский, конечно, сейчас не изучаю, но что-то понять, что-то написано. Я думаю, вообще ни хера не пойму. Мне даже интересный сюжет, блин, который я не знал. 7 июля. Должен сказать, что... Кто это читает. Если вы выжили и находитесь в безопасности, в этом месте жить жизнью для меня. Вы не знаете меня, но я хотел, чтобы вы знали. Удачи вам очень... Нет, наслаждайтесь очень маленькой... Блин, слушай, не помню, что такое. Пока вы тут есть. Вы можете, возможно, разбомните меня. Это... Если вы были до этого момента... Я очень любил свою мать и моих двух детей. Кто потерял контакт с ними в тот самый заплаученный упавший день в этом маленьком городке. Мой парень умер где-то год назад от атаки этих странных существ. То есть она тот год выживала? Это как так? То есть, получается, я перешел в это место, когда это уже больше года все продолжается. От этих странных сущностей. Я любил его. И помню его всегда. Я использовал природную любовь, но я не могу забыть эту жесть. Меня волнует то, что новые доклады о том, что происходит. Меня волнует то, что мне доложили, что произошло в Black Mesa сайт. И что после 10 лет назад. Или когда ей было 10 лет назад. Вот она с Black Mesa, кстати. Я очень крайне хатристо смог. Я вообще не понял последнее, что сказано. Клей, чё тут? 11 июля. Я потеряна. Я очень истощена, и это последние мои слова. Я умру. Но жизнь моя же была не очень. О, надеюсь, мои дети будут в безопасности. Я люблю вас всех.
Я реально что-то понимал, что тут написано. Не все, конечно, частично что-то пробрал, но основная суть понятна. То есть она потеряла код, пока она исследовала внутри туннелей. Соответственно, код находится где-то в туннелях. Охренеть! Я не знаю, кто будет смотреть эту... Да, английский, конечно, сложно читать. Натя в туннелях, согласно этим записям, находится где-то код. Эй, ты помнишь, какой... Код! You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. Yeah, yeah, yeah. Туннелях, знает, туннелях станции. Увидишь, он сказал. Ты помнишь, какой код? Он мне прям подсказал. Вот он. Код 735. Супер. Не, это подсказка реально. То, что я это читал. Да. 55 минут уже стримлю. 7-3-5. 7-3. Блин. 7-3-5. Ха-ха-ха. Наконец-то. А вот и компьютер. Windows 98, блин. Ну давай. Oh, no. Check this out. It's running on Windows 98. Holy Christ. Alright. Ну давай, вводи что-нибудь. Well, there's a lot of porn on here. Что ты вводишь? Hey, we're in luck. The program's still running. Хакер, блин. Let's see. Opening the gates, now. State attentive. Че, открыл? Где-то написано, что ты открыл двери. Ты какой-то, блин... Командная строка винды, блин. Вот хакер, блин. Пипец. Не, игра охеренна, мод охеренна. Он настолько продуманный. Жалко, что он глючный. Еще он... Ой, якоре, а якоре, моё блюкарный бабай. Открыл, называется, дверь. И все. Пошло по трубе. Давайте. Да почему вы по мне попадаете? Не, за хрень с четырьмя хэпами. Надо что-то действовать получше. Давайте, проверяйте. Пропусти. Да не реально только на меня так. Хер на оружие потрачено. Что за музыка? Там где-то была аптечка. Мне надо обязательно взять аптечку перед тем, как идти на улицу. Но там ворота открыты были, я видел. Да, бедная дамочка, конечно. Ладно, сейчас пойду за жизнями. Они находятся там внизу. То есть секретки, которые я ходил. Вот там. Не зря я исследовал все тут. Да, сам сложно, это куча зомбов в туннелях. Просто жесть. Тебе понятно, почему она сбежала? Да где моя аптечка? Я что, ее взял? Когда я успел ее взять? Похоже, я аптечку потратил. Да, мод охеренный. Сложный, хардкорный, но охеренный. Хоть и глючный какой-то местами. Но это потому, что сколько ему лет. В Steam он криво еще работает из-за этих всех обновлений кривых. Ладно, аптечки нету. А, не. Не зря сходил. Нашел. Супер оружие потеряно. Это все сэкономил на всех случаях, чтобы это все не терять. Ну что ж. Пошли. На выход. Ворота открыты. Код узнан. Узнан. Выявлен. Охренеть, это было путь от всякой локации, это метро.
Мод просто охеренный. Я даже английский много даже понимаю. Понимаю, действительно, хоть я его изучаю уже больше года. Но мод просто охеренный. Понятно, тут просто полное стрельбище. Ну, это все. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Fluttershy, Комит-13. Всем за просмотр, всем удачи. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Конечно же, пока. Ей.